Всех сердечно приветствую, очень рад вас видеть. С Донбассом у Патриарха особая связь. Донбасс сегодня – это форпост русского мира, форпост России. Вы знаете, что много врагов у русского мира. И всегда были враги на протяжении всей истории России. И причин здесь несколько. Во-первых, Россия очень сильная. И те, кто претендует на какое-то господство над другими, всегда понимают, что пока есть Россия, то особенно-то господствовать в мире не придется. Всегда найдется сила в лице России, которая скажет «Остановитесь, не обижайте слабых, не безобразничайте, не нарушайте законов». И вот эта миротворческая миссия России, она была ведь связана не только с тем, что у России была своя политика, свои как бы требования к окружающему миру, но и потому, что еще Россия чувствовала необходимость защищать тех, кого несправедливо обижают, тех, кого эксплуатируют. Особенно, если те, о ком сейчас идет речь, сами исторически принадлежат к русскому миру. Вот так произошло и в то время, когда антироссийские силы пришли к власти на Украине пришли с единственной целью оторвать Украину от России. Потому что это историческая связь, которая проистекает еще от самой киевской Руси, которая действительно, осознание которое сопровождало всю историю нашего народа. Вот эта связь, это единство, оно представляло, представляло опасность для тех, кто не желал усиления, укрепления русского государства. И вот особенно драматическим эта борьба с русским миром, с единством Святой Руси, стала проявлять себя после распада Советского Союза, после всех тех событий, которые произошли, когда западные страны почувствовали, что вот наступил, может быть, момент, когда можно принудить к Россию к такому поведению, которое бы не соответствуя с интересам суверенитета России, одновременно служило бы интересам других стран. Но с Россией так поступить невозможно. У России есть свое самосознание, которое проистекает из исторических глубин наших. Россия понимает, какова ее миссия – и эта миссия всегда была связана в том числе, как это ни странно, с защитой тех, кого обижали. Обычно государства и страны строят прагматически свою политику. Стараются дружить с сильными, заручаться их поддержкой. Но если есть возможность где-то усилить и увеличить свое богатство за счет других, почему бы это не сделать? Россия никогда не шла таким путем. И удивительное, это та страна, которая стремилась всегда защитить тех, кого бежали сильные. Вот почему и стала собирать Русь вокруг себя, племена и народы, и стала великим государством. Вот казалось, то, о чем я говорю, это далекое-далекое прошлое. Но это далекое прошлое очень актуализировалось в наше время. И, наверное, особенно это, это вот такая зловещая актуализация стало очевидным в том месте, откуда вы приехали, с востока, с Донбасса. Донбасс – русская земля, каждый это знает. Опять-таки, по безрассудству государственных властей, по глупости или по предательству, эта земля оказалась за границей России. При всем том, что абсолютное большинство людей говорят на русском языке, абсолютное большинство людей отождествляют себя с русским народом. Очень многие на протяжении истории защищали Россию, в том числе и с оружием в руках. Достаточно вспомнить замечательную, хотя и трагическую страницу Великой Отечественной войны, когда Донбасс встал на защиту страны. И вот это все кто-то решил вырвать из нашей исторической памяти – переформатировать наше национальное сознание, доказать людям Донбасса, что они совсем не русские, и что к России не имеют никакого отношения. Ну и вот это все повлекло за собой те события, о которых вы знаете лучше, чем я. Замечательно, что Россия встала на защиту интересов Донбасса и не допустила осуществиться тем планом, которые были у наших противников. Ну вот, а теперь мы все вместе. Это, конечно, дает основания с уверенностью смотреть будущее. Россия своих не бросает, Россия способна защитить и помочь, но одновременно, конечно, и героический Донбасс должен продолжать свою эту героическую традицию, защищая, защищать Родину, нашу общую, единую Родину. Для того, чтобы защищать, нужно быть убежденным в правоте своих, своего поступка. Нужно быть абсолютно уверенным в правоте своего дела. И вот я очень бы хотел, чтобы в первую очередь молодежь Донбасса, дети Донбасса понимали, что та борьба, которая сейчас идет, она для нас является справедливой, потому что она связана с защитой того исторического наследия, которое было частью, органической частью российского государства. Я имею в виду принадлежность Донбасса к государству российскому. Донбасс – это не какая-то сторонняя территория, которую присоединили к России, а это исторически русская земля. И вот мне кажется, что приезды в Москву детей Донбасса, молодежи Донбасса, должны быть таким фактором укрепления в первую очередь сознания самой молодежи в правоте того дела, которое мы сейчас все вместе осуществляем. Потому что от этого действительно зависит в прямом смысле слова наша подлинность, наша идентичность, наша возможность осознавать себя русскими людьми и, конечно, отстаивать священную реальность единства Донбасса и России. Я знаю, что у вас была программа, и она будет, кажется, еще и дальше осуществляться здесь. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто организовал вашу поездку в Москву, и надеюсь, что это пребывание будет и полезным, и приятным. Ну, а что касается меня, еще раз хотел бы подчеркнуть, что с особой радостью с вами встречаюсь. Мы очень надеемся на детей, на молодежь Донбасса. Мы это Россия. Мы очень верим в вас. Мы знаем, что живущие на Донбассе люди мужественные и сильные. Многие из вас, из шахтерских семей, а профессия шахтера это одна из самых трудных и опасных профессий. Туда не идут люди слабые. Мне приходилось много раз опускаться в глубокие шахты, там, где уже жарко не от того, что там отопление, а от того, что шахта такая глубокая, что она близка к тому месту на земле, которое имеет высокую температуру. Вот опускаясь в шахту, наблюдая, как работают горняки, я всякий раз задавал себе вопрос, а может ли вот в этих условиях работать слабый человек? И ответ простой, нет, слабый работать не, не, не сможет. Ни за какие деньги. Перепугается. Перепугается опасностей, ну, возможных разных эксцессов. А вот сильные люди добывают уголь, прочие полезные ископаемые. И ведь это практически главная профессия жителей Донбасса. Поэтому еще еще раз хочу подчеркнуть важность Донбасса для России и России для Донбасса. Мы одна страна, мы Россия. Донбасс – органическая, неразрывная часть России. И вот для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что это так, важно, чтобы вы, молодые люди, были носителями этого мировоззрения, этого самопонимания – Никогда не нужно говорить Донбасс и Россия. Всегда нужно говорить Донбасс это Россия. Я очень надеюсь, что ваше пребывание в Москве для вас и полезное, и приятное. Очень надеюсь, что вы повидали, может быть, и еще повидаете что-то интересное и для себя полезное. А вас прошу помнить, что двери. Патриаршего дома всегда открыто для детей и для молодежи Донбасса. Всех вас сердечно приветствую.